21 ноября в Караганде пройдет третий международный инвестиционный форум. Сейчас в городе полным ходом идет подготовка. Инвестфорум станет диалоговой площадкой для казахстанских и зарубежных предпринимателей, международных экспертов и инвесторов. Планируется, что в шахтерскую столицу съедутся представители бизнес-структур из 28 стран мира. С подробностями Мирамгуль Салкимбаева. По словам организаторов, событие направлено на улучшение благоприятного инвестиционного климата и дальнейшее стимулирование притока отечественных и инновационных инвестиций в экономику области в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Свое участие в третьем международном инвестиционном форуме уже подтвердили более 300 человек из 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. В Караганде соберутся представители правительства Казахстана, руководители и представители дипломатических и торговых миссий, а также делегации бизнесменов и общественных деятелей. В этом году мы ожидаем таких вот очень таких знаковых спикеров, как Азима Захира, это вице-президент Gatehouse Bank, Лондонский инвестиционный банк, затем Мишель Мароун, значит, он управляющий директор компании Accenture, это компания международная, очень достаточно крупная, которая специализируется на структурировании именно международных инвестиционных сделок, там слияние, поглощение и так далее. Кроме того, у нас будет, значит, очень интересный спикер Дэвид О'Донован. Это, значит, человек представляет Ирландию, компания Communique International. Они специализируются на непосредственно консалтинге по процессам привлечения инвестиций в регионы. В ходе данного события потенциальным инвесторам будет предложена уникальная возможность обсудить конкретные инвестиционные проекты и получить базу данных по инвестиционным проектам предприятий области. Форум станет не только презентацией инвестиционных возможностей Карагандинской области, но и даст новый импульс дальнейшему развитию ряда отраслей экономики. За последние 9 месяцев этого года объем инвестиций в основной капитал составил более 190 миллиарда тенге, что на 15,9% больше аналогичного периода прошлого года. В следующем году объем инвестиций ожидается на уровне 300 миллиардов тенге. И это не предел, отмечает заместитель председателя правления СПК Сарарка Олжас Нукенов. Мы хотели бы, опять-таки, при поддержке, пользуясь поддержкой, значит, областного акимата, значит, Национального агентства по привлечению инвестиций Казнекс Инвест, и в дальнейшем продвигать регион, способствовать привлечению инвестиций в регион, непосредственно в реальный сектор. Все мы знаем, что на каждый доллар привлеченных прямых иностранных инвестиций, благодаря мультипликативному эффекту, значит, экономика региона будет получать 2, 3, а может быть и 4 доллара. То есть это наша цель, над этим мы будем работать. На форуме состоится обсуждение инвестиционных возможностей Карагандинской области и путей экономического развития региона. Организующая сторона намерена проводить форум каждый год. Это и является их основной задачей. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.